В баскетбольном центре городского округа прошел медиадень команды БК «Химки». Игроки поделились с журналистами своими планами на сезон. Сергей Моня, капитан «Химок», известный спортсмен, уже поставил основные цели на предстоящий чемпионат Евролиги и Единой Лиги ВТБ. Перевыполнить план, как в том году Евролиги, занять более высокое место, чтобы иметь преимущество и площадки. Значит, в четверку попасть, думаю, если мы попадем в четверку, будет хороший результат, и уже будем иметь преимущество площадки. Это как минимальные задачи. ВТБ сыграть без провалов, как в том году у нас было, такие необязательные поражения у нас были, и минимум в финале играть. Как и в предыдущем сезоне, Сергей будет играть под 12-м номером, однако без обновлений не обошлось. Туды желто-синих пополнили несколько новичков. Один из них – Петр Губанов. В «Химках» он играл с 2009 по 2010, а также чуть ранее за молодежную команду. Последние два сезона выступал за Нижний Новгород и довольно успешно. Тренировочные сборы, рассказывает спортсмен, пока проходят непросто, но игрок уверен, скоро ситуация изменится. Получил травму, когда играл товарищеский матч за национальную сборную, поэтому в данный момент я прохожу предсезонку отдельно без команды. Ребята отличные, атмосфера в команде супер, ну, многих знаю, поэтому с этим сложностей нету. Баскетбольный сезон стартует в октябре. Первый матч в Единой Лиги ВТБ пройдет 5 числа в Риге. Встреча в Евро состоится 12 октября на стадионе «Арена Мытищи». Начало в 20:00. Алина Беляева, Матвей Шинкаренко.